Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить GTA San Andreas. Доехали мы с вами до 4 дракона, потому что у нас сегодня там будет очередная миссия. Пойдемте, значит, посмотрим, что за миссия. Наитупейшая музыка. Дом в холмах. Не обижай меня, маленький человек, у него приятный шестизарядник. Следующий. Лента. Спасибо. Ты знаешь, сколько смелости нужно, чтобы тут стоять и петь такую песню? Это явно не просто. Извини, мы просто сказали, что это действительно толпу чуть сильнее. Что здесь толпу сильнее песни? Например, маленькие, но прекрасно сложенные. Женщины хотят меня, мужчины хотят быть такими, как я. Засранцы. Ты стебешься, да? Да. Черт, это казино тяжелый бизнес. Я думал, достаточно просто открыть двери и позволить сосункам. Если... Знаешь что, мне тут скучно. Я пытаюсь вести бизнес, а не заниматься прослушиванием лилипутов. Ты хотела сказать людей? Да, именно так. Меня одно волнует так же, как тут появятся настоящие... Я это слышал. Бешеный кекс. Сиджей, я чист, чувак. Это отличная новость, чувак. Эй, как оно? Готов снова взойти на сцену? Полегче, потихоньку. Сейчас я почти готов, но... Ну что? Я хочу домой, Сиджей. Круто, чувак, я тебя отвезу. Где дом? Мой особняк, детка. Да, я слышал об этом месте. Наркотики, секс и прочая хрень. Да, ты знаешь, но... Да, там был, в смысле, по телеку видел. Отличное логово. Целое подобное место, чтобы наладить все волосы и ждать красавчика. Давайте переедем. Бросить все эти дурацкие разборки. Ну, Сиджей, не спеши, чувак. Что? Я спас тебе жизнь, чувак. Мой дом слишком маленький, всего 19 спален, сечешь? Ладно, чувак, мой особняк конфисковали. ФНС? Не совсем. Кто? Никто. Кто, бешеный кекс? Ладно, большой папаша. Большой папаша? Наркоторговец? Чувак, ты отдал охренительно дорогой дом гребаному торговцу наркотой? Знаешь, Сиджей, такое бывает, я был бессилен. Ты гребаный дегенерат! О, чувак, сколько кокаина может занюхать один человек? Это не моя вина, Сиджей. Чувак, надо было дать тебе прыгнуть. Пошли со мной. Все, мы поедем домой. Подожди, а что он продал-то? Должен был, да? В долгах? Ну, наверное, да. Обменял на наркотики дом. А нахер наркотики? Он что, кокаинчик, что ли? Ну, рэперы, как бы, вот эта девушка это сказала, что... Телефонный звонок. Hello? Привет. Эй, как оно, ка? Привет, Кендалл, что случилось? Ничего, просто хотел пожелать тебе удачи. Сначала мы едем в Сан-Фьеру. Хочу проверить, как тут дела, а потом встретимся с вами в Лос-Сантос. Ладно, будь поосторожней. Со мной все будет хорошо, за мной присмотрят Чезари и Бешеный Кекс. Это ты будь осторожней. Обещаю, увидимся в Лос-Сантосе. Надо было наоборот читать. Мы с тобой расчистим это место. Отличная идея, элемент неожиданности. Чтобы остальная братва могла заехать без проблем. Давай, что там делать? Опять летать, что ли? А мы не летать куда-то. Винневуд. Что, Вайнвуд? Вайнвуд. Винный город, что ли? Есть Голливуд. Винное дерево, есть, что ли? Есть Голливуд, а есть Вайнвуд. Виновня, нахуй. Ну и чё? Аж. Видимо, лететь не придется, это хорошо. Я думал, опять эти самолеты. Да нафиг. Так, что-то огоньки зажгли. Все тихо. Как в аду. Ох ты, ёпыш, испугался. Это хедшот. Выстрел в голову. Нет, ты не. Тогда мы приземлимся, почувствуем себя неуязвимыми.
Я не уязвим! Эй, погоди! Я-ха-ху! У-ха-хи! У-ху! Я не бегу, если что. Постарайся приземлиться на крышу особняка с триадами. Так, не рановато ли я распустила? Так, я поняла. Цель у нас треугольничек внизу. Да? Что, они быстрее меня летят? Они тяжелее. Нет, кажется, тоже вамбал. Один этот человек там говорит, ты когда-нибудь прыгал с парашюта? Нет. Так и сами, еху, полетели. Я не знаю, как так можно. Никогда не прыгал, и уже так... Там надо стоять полчаса, обдумывать, стоит ли вообще. А пока ты думал, самолет уже приземлился, и прыгать надо. Да-да-да, вот именно. Так, в общем, летим-летим, нам надо на крышу. А что там такое? Помните, да, мы это, в этот дом пробирались, и что-то мы там украсть хотели. А, тексты, помните, тексты это нашему рэперу помогали. Жесть, как это давно было, просто какой долгое GTA. Джей Лок, да, или как он там? Джей Лок, такой прикольный, веселенький паренек. Удерживай крышу до прибытия триала, давай сосредоточься нахер. Чё не прут, ты и прут. Смотри, упал китаец. Ой, я не знаю, китаец это? Ну, похож на китаец. Что ж вы все бежите и бежите? Триады почти на месте. Сделай так, чтобы ни один из них не погиб после приземления. Чё, убивать шлюх надо? Ну, прям в голову зашибись. Жесть, ползут и ползут. Заведи триад вовнутрь особняка. Ух ты, ребята, тоже помогают. Слушай, хорошо получилось, однако. Ой, только в наших не попади. Фу, чё фу? Они там ручками размахивают. Фу, глупенький. Дурак нахрен. Никого нет больше? Да нету. Вроде нету. Смотри, они за мной бегают. О, бронежилет, а у нас полный. Ай, не берется, ну и ладно. Иди с глаз моих давай! Я думала, может, хоть чуть-чуть возьмет. Нет, там полное. Ну, видимо, они попали они в нас ни разу, поэтому все нормально. Дом бешеного кекс. Торта. Да. И намного больше, но если мы не будем вешать нос, то на деревом занято. Ублюдки, мочи их. Ёб твою налево, в заду. Бедный наш чувак, ему голос. Найди в особняке большого папаши и замочи любого, кто встанет к тебе на пути. Сиди, расчисть коридор, а мы проверим все комнаты. Умение стрелять из карабина М4 до херлища. В комнате чисто. Только автоматы в воздухе. Мы будем собирать это все. Ох, уже кровище. Ой, так вот. Слушай, их тут много. Выбегают из комнат. Прям в голову. Это все эти наркоторговцы или кто это вообще? Ёбда, что мне пугает? Типа, ох, мудак. Да чё их так много-то надо? Большой папаша внизу, замочи его. Это легко, что это сейчас прибомбим. И все нахрен. Да что у вас на башке какая-то повязка потная? Чтоб пот стекал туда, что ли, ё-моё? Можно броню? Ой, где? Туника! Я броню возьму, когда чуть-чуть мы... простреляемся хорошенько здесь. Ой, прости. Блин, ну ты ударил кореша. Мы мудаки, а. Ох, за молодец, а. Помог. Тут никого. Только... Иди дальше, сиди, мы прикроем балкон. А?
Берем броню тогда. И пойдемте на балкон. Ох, мудаки еще есть. Уроды. Прям в голову, козел. Хорошо, что они нам не могут хедшот делать, да? А то бы так сразу с первого... Быстрый в голову, да. Хорошо, да. Что нам не могут быстрый в голову делать. Опять в голову. Да у него голова стальная. Он череп себе накачал, как у петуха в Дэнди был. Стальной петух был. Стальной клюв. Чё там трусы у него все время? Достало ты уже тут бегать. Иди отсюда. Ох ты, ёб твою мать, мудак. Где ты штаны сушишь? А, вон он там. Засел. Нет, навряд ли. А, вон, козёл, а. Высовывается из-под столика. Голову. Ха-ха-ха. Блин, да, даже сердечко не надо брать. Ты что такое ламится сюда, а? Видеоигра? Не а надо никаких видеоигр. Это видеоигры? Ты не тот дом решил играть, придурок. В видеоигре видеоигра. Большой попался, да? Сливай, а, сваливай, догони его. Давай попробуем догнать. Чё она здесь бегает? Хватит бегать! Да еле уже бегают, разбегались тут. А где Попо? Папаша, гад, ты где? Гадкий. В одну ногу стреляй, да. Влево. У него, видимо, нога очень сильная была. Это, да. В броне в какой-нибудь. Потому что, блин, сколько пуль туда мы всадили. Ты не знаешь, на кого наехали, так? Ты пытаешься наехать на мой дом моим способом? Ты глупенький. Говорит Карл. Хедшоты. Выстрелил в голову. Да ладно, у нас ребята продвинутые, все знают, что это такое. Хед, голова, шот, выстрел. Не надо так говорить, мы не американцы. А жаль. Все, идем. В России все плохо, потому что люди такие. Кто управляет? Вот те и плохие. Поджимают нам все, прибавляют проезд, квартплату. Нас решили мучить этой песней из фильмов ужасов вообще. Отлично. Классная песня. Под типа, нее можно резать и резать. Под нее убивать, да, как раз. Ох, как она у меня четко развернулась. Давай, 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 давай. Да подохни ты, кекс или кто-то вообще. Иди нахер. Гниль! Унитаз белый! О! А как нам? Иди сюда вот. Вот сюда иди прям. Вот хочу, чтобы... Давай, сюда... давай, давай! Ой. Еее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 ee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 
Ничего. Авторитет только. Мне за это денег должны много дать. Танька, Танька, хочу Танька. Мы столько раз это проходили, мучились. Жесть, это не игра, это не мучение. Поехали на сохранение. Тем вроде более... всех убить можно, а потом они делают так, чтобы какую-то западло подсовывают машину такую. Такие посложнее миссии уже пошли. Ну, нам писали, что скоро конец, поэтому неудивительно, что миссии посложнее уже.
Машина отвратительная, я все равно на ней еду. Где у нас ближайшее сохранение? И все, ну. Так, домик. Наверное, он дорого будет стоить. Наверное, нам не хватит. Хотя можно попробовать заехать, посмотреть, что там за дом вообще. В общем, поехали. Если он по пути, то заедем, посмотрим. Это когда мы играли в первую или вторую часть, там тупое задание, машину насобирать было, помнишь? Ой, ага. Ой. А мне нравилось это задание. Да ну нахер. Ездить по городу, собирать машины эти. Прикольно их поискать. Чем пристрался? Мы так, знаете, ехали. Ой, смотри, это эта машина, это, вроде похоже. И так вот и искали. У нас денег что-то маловато, да. О, ничего себе, он столько стоит, да? Обычный какой-то домик маленький. Может быть, там сам участок много стоит, не знаю. Включите уже что-нибудь веселенькое. Ну ладно, хоть что-то включили. Так, что с машиной? Вообще машина отвратительная. Она просто не слушает. Живы. Нам надо на сохранение доехать. В общем, такая вот у нас сегодня серия получилась, если что. Нас уже просили там, девчонки спрашивали ВКонтакте в группе, когда у нас GTA будет. Ты едь. Да, Сашенька. Еди. Тебе передаем. Молодец, что пишешь нам. Комментируешь, ставишь лайки нам. Спасибо тебе. Так, и остальным ребятам тоже, кто у нас там ВКонтакте активный, тоже вам спасибочки. Едем на сохранение. В общем, я, по-моему, помню, что это за сохранение у нас. Машина вообще отвратительная. Сейчас я какой-нибудь мотоцикл поймаю лучше. Да, дерьмовые подсунули разработчики. Начни ты вообще. Что такое? Кто-то звонит. Ответь. Кто там еще? Привет, как Лёва чихает? Парни, это Карл. О, отлично, я чихает. Здорово, мать твою, просто изумительно. Я давно, верно, мне нужен был бухгалтер. Я сразу подумал о тебе. Просто изумительно, мать твою. Пол все счет бухгалтерии из меня, блин, получится... Это заходит, это полный улет. Охренеть. Да, да как? Конечно, посмотрим. До скорой встречи. Охренительно круто. Походу он там кокаинчик нюхал. Не знаю, что они так радуются. Так, мой мотоцикл. I'll be you. Поехали на сохранение. Ой, оно у нас где-то совсем рядом. I'll be you. Так что всем ребятам привет передаем. Спасибо, что нас смотрите. Как мы уже давно этого не говорили, но все-таки хочется это сказать. Ой, да, ой, помню, мы здесь гасили ножичком, помнишь, да, как да, это да, давно деньги, было? Да, деньги зарабатывали. Сколько же мы в него уже играем, это GTA, как... Когда оно уже все-таки откапается? Хорошо, ну вот, значит, сохраняем в какое-то вот в это место. И тогда на этой нотке мы с вами... Подписка на канал, вступать в группу контакта, комментировка, ставить лайк. Пока, удачи всем. Ешьте орехи, пейте воду фильтрованную. Пока. Молоко из-под коровы. Пока. Пока.